Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас, чтобы Ты использовал мои уста, Боже, чтобы Ты говорил через меня, Святой Дух. И я связываю именем Иисуса Христа всякий демонический контроль на этом месте, и я провозглашаю победу Иисуса Христа в жизни каждого человека, который слышит это Евангелие. Именем Иисуса Христа я разрушаю всякую суету в разуме, и прямо сейчас пусть каждое слово, оно будет помазано силой и помазанием Бога. И я говорю на этом месте и свидетельствую, что Иисус Христос – единственная дверь на небо. Иисус Христос – единственный, кто может тебя спасти от ада. Я и вам свидетельствую здесь, что Иисус Христос на Голгофском кресте умер лично за твои грехи. И я хочу, чтобы ты знал, что Бог так тебя любит, что вместо тебя пошел на смерть. И я свидетельствую здесь, на этом месте, чтобы тебе не было потом оправдания, что здесь кто-то рассказывал, здесь кто-то говорил, здесь кто-то проповедовал, и ты проигнорировал. Бог напомнит тебе этот день, Бог напомнит тебе эту евангелизацию, Бог в судный день скажет, что я не знаю тебя, потому что ты отверг моего Сына Иисуса Христа. И я на этом месте свидетельствую о том, что Бог тебя любит, Бог тебя ждет. У тебя не должно быть идолов. У тебя не должен быть твой ребенок идол. У тебя не должен быть твой ребенок идол, твой муж, твоя жена. У тебя номер один должен быть Бог. Бог номер один, потом семья. Если у тебя неправильно расставлены в жизни приоритеты, знай, тот ребенок, которому ты поклоняешься и вкладываешь всю свою жизнь, потом поставит тебе нож. Тот муж, которого ты ублажаешь и говоришь, мой любимый, дорогой, и отодвигаешь Бога от себя, этот муж тебя изменит потом. Поэтому, если ты поменял приоритеты, если ты поклоняешься суете, если ты поклоняешься деньгам, если ты поклоняешься себе, красавчику, знай, Бог приведет тебя на суд. Бог номер один. Иисус Христос так возлюбил этот мир, что отдал себя на крест. И я говорю тебе здесь, на этом месте, если ты в разочарованиях, если ты не видишь смысла в жизни, если ты алкоголик, наркоман, проститутка, блудница, знай, Иисус Христос умер за тебя на Голгофском кресте. Иисус Христос тебя освободил. Единственное, нужно прийти к Нему и сказать: Господь, я устал так жить, я не могу так жить, мне надоела эта суета, ради чего я живу. И тебе нужно прийти к Богу, покаяться, попросить у Него милости, и Бог наполнит тебя милостью Своей. Бог наполнит тебя благодатью. Господь, я молюсь во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас во имя Иисуса Христа. Я молюсь и прошу Тебя, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Благослови каждого человека на этом месте. Пусть каждый человек читает Библию. Пусть каждый человек освобождается от грехов. Святой Дух, обличай во грехе. Святой Дух, прикасайся к людям. Святой Дух, прикасайся к людям сейчас. Обличай их во грехе, в суете. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты освободил меня от наркотиков. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты освободил меня от проституток. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты освободил меня от магнетизма. Бог, спасибо, что Ты у меня номер один. Иисус Христос, спасибо, что Ты смысл моей жизни. Иисус Христос, спасибо Тебе, что Ты объект моего наслаждения. Ты, Бог, смысл моей жизни. Во имя Иисуса Христа пусть каждое слово, которое я сейчас говорю, оно прикоснется каждому человеку. Если ты не читаешь Библию, ты не знаешь Бога. Никакой Кришна, никакой Магомед, никакая Рама тебя не спасет день суда. Иисус Христос – ответ. Благословляю вас именем Иисуса.